великолепно, что вас просит немножечко прибрать это великолепие в его мониторе. Можно не стесняться. Каждый день каждый из нас делает увлекательное путешествие. Порой оно затягивается, но это путешествие не на машине, не на метро, не на троллейбусе, не на трамвае, не на автобусе и даже не на самолете. И не пешком. Это долгое-долгое путешествие по дороге к самому себе. Trip to myself называется эта песня. Путешествие к самому себе.
следующая песня называется Is it wrong to fall in love? Неужели есть? Неужели это неправильно влюбляться? Эта песня про такое загадочное состояние, когда тебе с одной стороны кажется, что ты нашел кого-то, кто не безупречен, не имеет никаких недостатков. Он самое лучшее, что только можно было бы придумать для тебя. А кто-то со стороны говорит тебе, ну присмотрись, ты же совсем не знаешь, может быть, совсем все не так. А ты говоришь им, нет. Is it wrong to fall in love? Thank you.
Сейчас на этой сцене к нам присоединятся замечательные музыканты и наши друзья, которые исполнят для вас тоже свою авторскую композицию, авторскую музыку. И это будет колыбельная от Полины Орбах и Андрея Иванова, контрабас. Друзья, добрый вечер. Мне очень приятно сегодня быть здесь рядом с Сашей. На самом деле, могу сказать, что Сашу я знаю давно, и когда я только приехала учиться в Москву, я ходила на ее концерт вот с такими глазами и думала, какая же она классная, какая же энергичная. И вот мы стали подругами, и мне очень приятно сегодня быть здесь. Я сегодня исполню свою авторскую песню, она будет на русском языке, не пугайтесь. Называется она «Колыбельная». Лишь мерцание звезд в комнате моей пустой, и слышу только ветер, но не говорит вслух. Ночь пришла, и все вокруг забрала, обняла, расплескала. Завтра мы начнем все сначала. Все сначала. В тишине ночной маски сняты мы с тобой, укрыты только верой, что сказки сбываются. День придет, и все вокруг побежит, запоет, расплескает. Саша не успела попить чаю, я думаю, за такую короткую песню, но ничего страшного. Сейчас мы попробуем, сейчас Саша все расскажет, что мы будем делать. Ты еще не знаешь, что будет только песня сейчас. Да? Так даже интереснее. Шутки.
объявление. Внимание, отъезжающим потерян трубач. Привет. Мое имя Салмана Буев, повторяю, Салмана Буев. Привет. Если вы здесь, пожалуйста, поспешите на джазовый поезд. Эль-Трейн. Следующей композиции. Thank you.
музыки и света в подарок выткал нам Творец, а внутрь целую планету тихо спрятал, как ларец, душа цветком тысячелистным. Ты распускаешься во мне, и свет твой тонкий и лучистый сияет в каждом лепестке. Ты целый свет объять желаешь, и в сотни самых разных глаз глядишь доверчиво, хоть знаешь, что ты единый свет. Lady.
обоих трубах Александра Скрипейка.
остановим серию наших медитативных песен, потому что следующая будет называться «Ребенок перед зеркалом». Это песня и непосредственно про ребенка и про каждого ребенка внутри нас, который иногда смотрит на свое отражение и думает, что-то со мной не то. Я слишком молод, слишком стар, слишком прямые волосы, слишком кучерявые волосы. Но какое-то что-то немножко мне не нравится. А ведь внутри, за этим покровом, есть что-то совершенно особенное, что каждому из нас при рождении подарили на небе. И это наша сияющая душа. Про это следующая песня «Ребенок перед зеркалом». Thank you.
На этом наши медитативные песни сегодня закончились. И начались снова песни про что? Do you wanna know my dreams? I wish you wanna know.
Песни про любовь закончены. Что надо про кого еще спеть? Про страдания спели, про любовь спели, про душу, про воду, про красоту. Остались друзья. Ведь иногда не нужно так много причин, чтобы просто... Ты взял телефонную трубку, когда тебе не очень хорошо на душе, и просто набрал мой номер и позвонил мне. Для этого тебе не нужно много причин. So many reasons. Sometimes you cry.
Островский, Самана Буев, Александр Бруни, Анатолий Кашаев, Игнат Кравцов. Меня зовут Саша Магерова. Спасибо большое вам за замечательный снег, весной про май, летом про жару. То есть, понимаете, чтобы такая соблюдалась некая сезонность. Но поскольку я думала, что может на бис я сыграю что-то за роялем, потом подумала, что он мне не нужен, его здесь нету, поэтому мы на самом деле не готовили бис, но у нас есть очень одна прекрасная песня в осенних оттенках. И мы ее для вас сыграем.
Очень маленький, очень кто-то, кто дорог вам. Может быть, это ваш племянник, ваш ребенок, ваш внучок даже, может быть, у кого-то. Поэтому мы сыграем колыбельную сейчас. Моя колыбельная называется «Колыбельная Соня». Sun.
Another time.